Так, ну что, Харикейн против Мейджора у нас первая игра. Ну что же. Кстати, надо. Подрубать графику мою сюда сразу же. Так, ну что, ребят, сейчас должно начаться, по идее, должен начаться стрим, а должен звук появиться. Ну, это вот этот позже, конечно, услышите. Да, все, отлично, звук есть. Добавим мы. Так, ну что, Харикейн против Мейджора у нас. Так, так, так. Все, ребят, поехали. В общем, какие? Я хотел пораньше не стартовать, как обычно, не успел ни хрена я стартовать пораньше. Сегодня следующие пары у нас играют. Так, мы... Не понял. А, это я раунд 2 уже смотрю. Раунд 1. Короче, Харикейн Мейджор, Асону Скалет, Кофе Пили-Пили, Тудмин Гнип. Не знаю, какой последовательность будет. Видно, что поменяли ее уже. Вот. Ну, будем смотреть мы все, естественно. 4 матча будет. 4-16 карт железно будет сыграно. Не больше, не меньше 16 карт. Короче, ну, часика на 3 мы точно тут. На 2, на 3 мы точно тут. Не, ну на 2, за час 8 карт не играю. Часа на 3 мы здесь залипаем, я думаю, как бы стабильно, может быть даже и побольше. Часов до 6. Есть сегодня еще, конечно, Карстар Кап, есть сегодня, конечно, еще Underdogs. Но я вот не уверен, что буду стримить эти турниры сегодня вечером. Значит, у меня там нужно кроссовки съездить купить. Спортмастер, у меня там бонусы кончаются. А все время мне на это никак не выделить. Ну и обсудить мне надо 4 июня поездку в город Пушкин. Потому что там на авиашоу будет уже около России вроде подтверждения дали. Так, ну что? А, здесь ничего не надо, у меня все выставлено. Будет 4-0-0 счет, короче говоря. Ну что, ребят, конечно, надо было, наверное, пораньше чуточек сегодня стартануть, но я думаю, все, кто
хочет посмотреть данный турик, они успеют прийти вовремя. Вот. Я уж тут не виноват, немножечко задержался я, конечно, здесь. Ну а что делать? Делать тут нечего и посмотреть, что происходит. Мейджор ставит стандартную ЦЦ-ху с тыла. Пока я там сетки сейчас просматривал, все уже больше увлекающих моментов нет никаких. Мейджор ЦЦ-ху ставит карманную, получается, где 10 минералов. 10, ребята. Не 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И один газ. Протас же решил поступить еще более... Ну, это-то стандартно, это не нагло. А вот Протас решил Харикин поступить совсем нагло. И он занимает золото сейчас. Так, Рипер улетел, иллюзию АД пускает, отменяет сразу же Харикин. Возвращается назад. Ну, золото, конечно же, инкама дает значительно больше, чем... Так, Гелик едет. Ну что пилон? Почему пилон не поставлен? До сих пор понятия не имею. Только сейчас пилон пошел. Рипер залетает со второй базы, облетел на мейн. Харики вместо того, чтобы рипера где-то держать здесь наготове, непонятно где ходят. Так, нет, Скарлет не играли, а еще будут играть там все. Впереди, да, Гелик заехал, минус гель, две пробки минус. Здесь газ на мейне есть, который видит Старгейт и видит факту. И сейчас от мейджора дропщик, кстати, пойдет. Ну и стоит отметить, знаете что, что Харикейн в последнее время очень силен, и он очень крутой протс на самом деле. Он очень хорошо играл последние все разы, которые я видел. Вот. Сейчас посмотрим, что в этот раз будет. Разработка завершена. Наши зомби напали. Так, ну что же, здесь у нас Оракул Феникс встречает дроп. Здесь оверчарж был. Я не знаю, почему мейджор... А, ну он сюда, потому что здесь оверчарж был выставлен. Он решил передропнуться в другом направлении. Короче, минка ни по кому не стрельнула. Вот же здесь выступ какой идеальный. Загрузи ты сюда минку. Ну, ё-моё. Ну, здесь было, кстати, энергии поднять у Феникса с другой стороны. Наверное, минка бы вообще здесь ничего сделать не смогла. Поскольку Марик пытается уйти, но развернулся на Мазершифкор, отдался. Короче, провальная пока что игра от мейджора идет, ребят. Честно говоря, вы видите потери. Вот, и они очень печальные. Ну и минус минка, минус медивак. Зачем это было делать, непонятно. Вот здесь минка была, попробую бы сюда вкопаться. Кстати, хорошо, вот сюда копаешь, и минеральную линию минка будет доставать. В итоге, еще даже бараки на лаборатории не перелетели. А у Харикина уже третий Нексус строится. То есть там даже стимпак не заказан. А здесь уже фениксов три штуки, оракул, золото вовсю качается. Ну, инкам больше за счет мулов пока что у менеджера, конечно. Так, здесь сейчас 20 рабочих будет. Здесь будет с этой базы инкам просто дикий. Плюс мулы, конечно, сюда летят. Но туреток нигде нет. Сейчас может прилететь Харикин, еще экономику нашатать вот этим летающей гвардией своей. Ну и Нексус третий доделывает. Спайр по лимиту мейджор, кстати, даже в плюсе. С третьей цешки сейчас точно задержка будет. Минка найдена, минка минус. Так, пошел ревелейшн. Кого дропает-то? СЦ-боя. Бывает. Ну что ты, красавчик? Полетчик, полетчик ты мой. Шерстяной, колючек ты мой. Вот ты какой. Молодец, черлец. Так, отлагало вроде. Я тут уже бегать, кстати, начал по чуть-чуть. Три дня. Первый день, правда, так, километра полтора. Ну, хотя, что полтора. Вчера вот я 2,5 пробежал тут по городу. Причем, ну, уже ночью, ближе к ночи. Вот.
Нога пока положительно относится к этому всему делу. Значит, будем понемножечку поднимать. Опять минки прилетают, опять бесполезно. Опять Харикин все перехватил. И уже четвертый Нексус строит Харикин. У него такая сейчас экономика будет. Это просто жесть вообще. Добыча и так уже выше. Третий Нексус здесь вот, который на втором стоит, добывается по чуть-чуть. G16 пробок, золото, инкам. Просто дикий. Ну вот и очень правильно занимает он быстрее эту базу. Почему Харикин? Да потому что золото кончается-то быстрее, чем обычные базы. По 7-то минералов. То есть оно очень скоро кончится, так как было уже она первой базы была заказана. И нужно будет занимать новую базу, там добывать в другом трек. Так, адептов неплохо мы идем встречать сейчас на муве. Харикин решил, что он прям с корабля на бал возьмет и все переконтролит. А бьют-то здесь, между прочим, много. Призма чуть не погибла, с интриг, кстати, призму убили. Так, а в это время 7 пробок все-таки. Где минка-то? Вот она, минка. Успеет копать. Доли секунды не хватило, чтобы вкопаться реально. А минка на золоте и сразу инкам. Тык, был 2700, стал 1700. Сразу 1000 минус. И то там немножечко рабочих даже добывали. Так, 131, 133. Мейджор продолжает строить. Тоже юнитов своих. И очень даже неплохо он строит. 5 бараков у него работает. Ну, туреток еще-то. Вот по туреткам вообще печаль. Минка одна, здесь две туреточки по периметру. Я на его месте минеральной линии тоже по туретке закал, даже не скупился бы, а то что-то можно и затерпеть. Попытается зашатать сейчас Харикин. Минки на рампе законтроливают. Ну вот как обычно, тиран. Бункера нет ни одного. Сейчас депошечку Харикин пробьет одну. Иллюзии адептов туда запустит. И мейджору ничего не останется, кроме как ГГ написать. Хотя ему и так уже ничего не остается, по-моему, кроме как ГГ написать. Здесь в это время дроп, но фениксы плюс адепты прирост. Отобьют, скорее всего, а там убивает, да. Харикин Мейджор, он пишет GG сразу же вообще. И мы ждем вторую карту, ребята. Чем обычные базы. Так, нужно заходить сейчас через кого-то, ну или... А, я с собой. Ну что же. Поехали.
Ну что, пацаны? Да, не надо ничего проставлять. Надо счет вручную уже ставить. Не, погодите секундочку. Где там Харикейн вверх, да? Да. Вот, Харикейн 1-0. Погнали далее. Вторая карта. Ну, это такая не самая, конечно, топовая пара, но хорошая пара. Также сегодня отыграет, напомню, Ясону Скарлет, ЗВЗ, Кофи, Пили-Пили. Казахстанский Пили-Пили, американский казахстанец, казахстанский американец там. Вот, и Нептудминг, ПВЗ еще отыграют вот так вот. Пили-Пили с Тираном, Кофи будет играть китайцам. Мейджу сегодня, наверное, самый мощный такой оппонент остался, это кореец. Харикейн, и напомню, система Бо 4, все карты играются, то есть счет может быть 4-0, то есть может унижать, короче говоря, один из игроков другого, и тут ничего не поделаешь, нельзя просто закончить матч будет там на 2-0, как бы 3, а нужно будет все доигрывать, поэтому... Нужно брать хотя бы карту одну и посмотрите, что творится. Ё-моё. Глянь, такая позиция наглейшая просто. Настолько наглая позиция. Да, он... Ну и что, мейджор приехал, пилон у второго не видит. Чё он тупит-то, я чуть не понимаю. И даже прокси, главное, не проверяет, что мне удивительно прям. Ап, не успел пилон построить. Хорош мажорок. И нашел Старгейт. Посмотри, кот полетел-то. Мазершип Кор летит вперед. Я бы лучше на месте мейджора сверху бы стрелял, потому что снизу печально это все выглядит. Инженерку делает абсолютно верное решение. Без туретки здесь отбиться будет. Тяжеловато. Без туреточки здесь очень тяжело будет отбиваться. Да так, бо 4. А, это не плей-офф, ребята. Это раунд робин. Все, каждый с каждым играет, поэтому ничья возможна. Оп! Вот это четко было. От мейджора и не совсем не четко от Харикейна. Прилетел просто Мазершип Кор на 4 мариках отдал, убив 0 мариков. И в итоге и Оракул-то особо здесь не заходит. Все, что нужно мейджору, здесь туретку, по-моему, запилить. Пойти вниз, выпилить со Старгейта этого пилона, и все. Будет прекрасно у него. Вот приходит циклон. Один, почему он приходит без мариков? Потому что марики минеральную линию прикрывают. Что ты делаешь? Тормоз приема. Какой мейджор, да, вообще просто. Меня сейчас бомбанет, блин. Ну почему сюда нельзя туретку поставить? Вот она была. Почему сразу нельзя было поставить? И потом пойти спокойно, кстати, здесь Харикейн удачно Оракула слил, выйти Старгейт. Ну, Харикейн любезностью, ну, любезность ответил, слив Оракула в итоге все-таки остался он один, одиношенек. Без энергии вообще практически, то есть он пока и дэмэдж-то врубить не может. Полетает Харикейн, внимателен. Ну, тут минку надо как-то вот между зданиями копать, здесь у нее слишком, да, вот, слишком ее видно здесь, ребят. Маленький Старгейт синий атакуют, надо пройти через мув. Вперед сейчас один отделится, можно будет его подрезать. Или он вообще в центр повел? В центр повел. Ну и, кстати говоря, стоит напомнить формат этого кунг-фу капа. Здесь очень хорошие призовые на нем. И не только в призовом фонде, который вот в сетке, которая в описании каналов есть, вы можете наблюдать. Вот. А еще и каждый вот этот матч Бо 4, он 100 баксов призовой имеет фонд. Если счет 2-2, то 50-50, 50 на 50 делятся. Вот. Если же кто-то выигрывает, неважно с кем счетом 4-0 или 3-1, то тогда отдается все ему вообще. Вот такие вот дела. Так что и... Стараться надо, в общем-то, как минимум в ничью играть.
Ну и хотя бы карту брать, даже если ты баксы не выигрываешь, то у тебя шансы больше плей-офф выйти. Идет мейджор вперед, здесь опс пролетает, корейцы частенько замечают такие ситуации опс. Ну вы поняли. Газ чудодейственный спасает рабочего сейчас. Поэтому я всегда всем говорю, никогда не фокусите и минкой не надо стрелять по рабочим из газа. Минкой самая обломная. Почему? Потому что она стрельнула, все. Она может сбрить вот такую пачку, там штук 5-6 рабочих. А если в центр сюда, то и вот так вот, вот этих всех с трех минералов может забрать. Либо вот так вот, как сейчас, ничего не убить, потому что рабочий газ сныкался. Даже от ядерной бомбы он туда сныкаться может в любой раз. Это свойство газа еще из первого Старкрафта, как бы. Вот такие вот дела. Вот, как мейджор, он вроде... Я не стал бы гадать. Я не гадаю, я смотрю игры, и сейчас мы увидим, что у нас мейджор вообще может. Что не может. Но Харикейн разваливал топовых тиранов на Варди Викли, на Алима Лигах всяких там недавно буквально. И мы не раз это наблюдали. То есть Харикейн, он в GSL, я вот не помню, есть он или нет. Но в онлайне он сейчас очень, так сказать, неплохо выступает. Так, все правильно мейджор сделал. Нет, мейджор ничего правильного не сделал в этом выбивании старгита. 10 пробок, минус 2 минки на мейне. Вот это уже удачный. Опа, смотрите, лимиты-то какие вообще, жесть. Что-то мейджор доминирует в этой карте. Почему? Потому что если он хотел выбить пилон, не зная, как доделан ли второй оракул или нет, ему нужно было взять и идти с мариками туда, чтобы не потерять циклона, при этом строив туретку здесь. Либо постоять здесь, но это был риск, что туретка не готова. То есть самое идеальное было постоять чуть здесь, сразу тем одним рабочим, который здесь добывал, заказать туретку и потом выйти сюда убить. Одним циклоном идти было полный идиотизм туда, за что он его, собственно говоря, и потерял. Ох, викингов, сколько минус оракул в итоге. Здесь обсервер видит, летает третью, туретки на третьей нет. Мейджор тут бегает, говорят... небольшой группой в районе третьего некто контролит. Ну, кстати, на мейне-то мейджор сбривает, все, минус мазер шипкор, минус пилон, пытается Нексус забрать, здесь кишколос со сталкерами, да и Нексус, все, зашатывай мейджерочек. Все, Нексус зашатал, надо сваливать отсюда, очень удачное начало, по-другому и не скажешь, да это уже и не начало, это уже конец, собственно говоря, игры. Я уверен, что шансов здесь у Харикейна просто минимум. Единственное, что куда вот это все летит, мейджор что-то с мультитаском здесь как-то косячно делает. Ну да, своего викинга собьем. Конечно, что же делать на мейне у протоса, у оппонента Харикейна? Своего викинга сбить надо, а что же? А как же? Тоже правильно мейджор сделал. Он же не знал, насколько Харикейн психологически устойчив или нет. А вдруг он увидит, что тут своих бьют. А чужие забоятся в данном случае Харики. Ладно. Давайте, ребят, досматривать эту карту. 157-92. Шансов вытащить у Протса... Ну, тут 99,9 периоде, короче, уже. Фактически 100% победа мейджора. Не знаю, как тут можно ошибиться. По-моему, так нельзя просто ошибиться физически. Хотя вот такой контроль какой-то не очень пока идет. Харикейн отогнал 53-93 боевого у Харикейна. Ну, не намного меньше, чем у мейджора. Но мейджор стимится, принимает бой. Харикейн очень круто сейчас контролит. Он колоссов вообще прикрывает просто великолепно, конечно. Либератор полетел, видимо, на мейн площадь минерала, чтобы отвлечь часть армии просто. Так, агрессивные блинки идут. На дестабилизатора покуснуть мейджор не покусить ничего. Частью, так, частью мародеров идет вперед. Здесь два мародера Марик были уничтожены залпом дестабилизатора. Но колоссы падают. У мейджора здесь еще мародеры. Приведи ты вот это сюда на F-ку уже вперед, я не знаю. Или... Ну или отступи здесь и соберись, приведи их это все дело вперед. Либератор где он вообще? Был где-то же либератор.
А вот он разложился, один из либераторов, над третьей базой. Ну, здесь быстро Харикейн с ним разобрался. Надо было не сюда, по сталкеру, наверное, на вторую нужно было разложить его, скорее всего. Вот, не сказать, чтоб я топлю за мейджора, но всегда приятно, когда не корейцы с корейцами играют на равных, а тем более побеждают вообще. Охренеть вообще. Ну, это типичная проблема мейджора, о какой я говорю. Кто стримы мои смотрит, тот знает уже, что я постоянно жаловался. Я даже сказал бы, ною на эту хрень, что мейджор великолепно дропает туда-сюда, мультитаз замечательно, у него гигантские проблемы с битвой в лоб всегда. То есть, особенно с зергами это очень сильно заметно. То есть, если он дропами не расшатывает оппонента, то он может, имея преимущество, просто в лоб сливать в итоге. Потому что сплит это не конек мейджора. Так, легко говорить, когда ты в обсервер моде. Легко писать в чате, когда ты вообще не шаришь в Старкрафте, что легко говорить, когда в обсервер моде. А, там ситуация была вообще однозначная абсолютно для мейджора. Вот, и все, что ему нужно было сделать, подождать турит. Потому что если прото строит однобазовый прокси Старгейт, он не строит никогда одного юнита, там он будет подстраивать их. Поэтому, ну, возможно, мейджор, конечно, думал, что это такая некая разведка боем будет, и он успеет, как бы, отступить оракулом. Но он, увидев одного, циклоном, конечно же, прошу прощения, он увидел одного оракула и решил, что надо его расконтролить. Ну, и за это и поплатился, собственно говоря. Ждем инвайта. Пошел инвайт, отлично. Надо с собой этого добавить, друзья. А, вот, все, отлично. Ну, слушай, поехали, Харикейн мажорочек. Ну, что спорить, ребят, давайте смотреть. Так, погодите, ребят, счет-то 1-0, да? Да, 1-1 в смысле. Счет становится равным. Извините, что циферки криво, но мне приходится... Так, нет, одним циклоном ехать-то, ну, не очень норм решение. Почему? Там дело не в том, что мейджор с циклоном поехал туда. Дело в том, что мейджор в той ситуации туретку мог строить секунд на 30 раньше. То есть он, она уже могла бы быть готова, он бы мог всеми юнитами выдвинуться. Он же ее там просто не строил, как бы. Хотя там был рабочий. Вот.
То есть там больше... Короче, ко всему этому привело то, что он не идеально туретку по таймингу поставил. Вот и все. А вообще надо было брать, конечно же, ну, если не всех, то нескольких... Нескольких мариков с собой взять, как бы, потому что... Два циклона, проблема... Два оракула, точнее. Проблема циклона не в том, что он даже проигрывает оракулом там, как бы, в бою, но проблема в том, что ему не уйти никогда, не отступить, тем более от двух, как бы. Так, смотрите, что творится. Мажирок тут ставит прокси. Кстати, мейн ездил? Да, ездил ведь на мейн сейчас, между прочим. Этот. Харикейн. Спалил Марика. Не знаю, понял ли он, что факт о прокси или нет, я не уверен. Но вообще это сильная тема. Сейчас все очень любят этого эксперта счета. Да, это, конечно, тут я зря погорячился. На самом деле, надо было просто успокоиться и понять про эксперта счета. Так, ну что, бустится опс, ребятки. Плюс 3 гейта добавляет Харикиныч. Обсервер всего один, и он летит вперед, между прочим. То есть, вот этот билд через минки может сейчас зайти, но этот билд идеален против Старгейта, а не против Роба. То есть это билд Innovation, который недавно продемонстрировал... Сикфаульт поддержал ваш канал на 200 рублей, да. И сообщает, выдали ЗП, поми надо тоже занести. Всем привет, жизнь за Аюр. Спасибо, Сикфаульте. Да, занести... Поме это, ну, можно, но по желанию, естественно. А так, громадное всем спасибо. Точка сбора на мейн. На мейне не закдешится, минка не успеет. Да и на второй она точно не закдешится. Медивак что-то разворачивается, там возвращается. Марики вперед идут. А что вообще есть у Протса? У Протса есть 4 сталкера. В этот раз удачнее против газа стрельнула минка юнитов, которые в газу были. Так, два медивака плюс марика, такая неплохая пачка, плюс либерочек. Медивак нужно отвести, мазершипкор пытается мейджор выпилить, и выпилил же мазершипкор мейджор. Здесь призма летит вперед, с 4-х-то гейтов можно и подпушить, на самом деле неплохо. Ну надо сентрю фокусить, ну что ж ты делаешь? Сентрю отфокусил мейджор, медивак не отводит, мариков слил. Это странный контроль на самом деле. То есть можно спасти медивак и мариков, улететь подальше и заново прилететь. Нет, надо, блин, на гвардиан шильде отдаваться. Марики без стимпака против гвардиана. Я тирана вообще не рекомендую. Видите, гвардиан врубил, свалите отсюда, как бы, там, где этот гвардиан от тех юнитов. Когда он кончится, тогда ему... Охренеть, как вот... Реально... Успел отвести нужного, да, бывает, что наоборот, начинаешь метаться, и наоборот, в более жесткий стек попадает там этот минка. Успел Харикейн контролить, красавец вообще. Спасибо тебе, Холти, еще раз. Так, минки залпы делаю все еще. Кстати, у меня тут старый поддержос. Пять всех строчек занято, но...
были, но Сикфул заслал чуть ли не больше. Ну что, ребят, Мейджор решил, что слишком далеко Старпорту до дома лететь, чтобы медиваки строить. Строит вот здесь вот, поодаль немножечко сейчас будет их строить. Три барака работают, плюс два добавляются. Зачем ты вот так вот-то строишь один сюда? Знаете, выхода сейчас про рампы не будет, если он вообще здесь еще пристройку. Блять, как таким можно быть? Вообще, я не понимаю, ну, ребята, ну как так? Мейджор. Они протискиваются мародеры, но если здесь случись какая-то тема, что нужно отступить сюда, эта пристройка поставит точку в игре. Вот, ну блин, не знаю. Мейджор же сам же большой такой. Жирный, блин. Он же должен знать, что проходы должны быть широкими, но нет. Ставит все вплотную здесь. Танк здесь точно не выйдет никакой. Надо перелететь этим сюда, а лабу убить нафиг. Ходит по центру. Не в обиду мейджору. Вот, хотя обидно я, конечно, говорю. Упитанный, скажем так. Может, болеет он, чем, не знаю. Болезнь. С полнотой связанный. Диабет, там порог сердца, надеюсь, что это не так, и мейджор просто перекушал еды. Так, факта на лабу полетела, все вернулась факта. Она долго путешествовала. 10-3 цеха готова, а между прочим, по лимиту, то у мейджора очень даже такая неплохая ситуация. Здесь у нас вторая форжа, атака есть, броня делается, блин, делается робо-бэй. Но мейджор, куда ты ж ты под... Прилетел прям под юнитов. Что-то мейджор сегодня и с дропами не лучшим образом законтраливает, по-моему. Либератор 4 пробки минуснул. Выбивает в итоге Харикейн. Кстати, могла пробка погибнуть. Опасно так начал возвращать. Так, рубль от Блэки. Так, нет, задержка 90 секунд. 90 секунд, китайцы сказали, что нормально будет. Вот, не 2 минуты, полторы получается. Сейчас даже перепроверю, чтобы не соврать. Да, так оно и есть. Но все равно, с учетом аппаратной вот этой задержки, гудгеймовской, технической получается, то, не знаю, как его назвать, супер правильным термином, получается, что да, где-то 2 минуты. Потому что если это 120 секунд ставить в опсе, то больше 2 минут будет. Так, ну что же, отступает у нас мажорчик. Здесь 5 АДФ пришли, 10 пробок, 10 КСМ к минус. Сейчас еще и на второй базе распотрошат, здесь рабочих не слабо. Здесь марики, правда, с мародерами были. Тем временем мейджор в лоб здесь отдался. Короче, ребят, это 2-1, скорее всего. Мейджор как-то странно очень контролит, признаться честно. Вот он в атаке вообще просто сверхнеудачно действует уже, какую игру. То есть он приходит и просто-напросто от процесса отдается вообще еще до колоссов. ХЗ, как вообще так он умудряется делать. Тиран, на самом деле, нормально должен драться против этого всего дела. Причем, так, инженерки две, только одна, вторая атака заказана. То есть по грейдам сейчас останет. На третьей цехе добычу вроде восстановил. С мейна КСМ много переезжает, потому что там уже кончились минералы. Так.
Так, опять газ спасает, но одна пробка на 4 рабочих, конечно, стрельнула. Культ Кока-Кола в бедных районах, не благополучных. Так демократия аж под боком, видишь, Кока-Кола навал. Вот. Так, минки вкопались, бах-бах. Ну, самые жирные стыки, все мимо как-то умудряется обходить. Здесь летит такой серьезный дроп достаточно на мейн. И кажется, Харикейн его спалил тогда до этого, этот дроп. Минки на второй еще. Видите, а вот от сервера прилетел. За КД шли минки. Мейджор залетает на мейн. Ну здесь рядом армия, и здесь до варп идет. Фидбэки могут. Ё-моё, фидбэки как зайти могут сейчас, фидбэнчики. Там медиваки просто с полной энергией. Фидбэки сейчас зайдут. Мажорчик, что ты делаешь? Минус один точно. Неужели не видит, а? Вот. Сейчас-то уж точно мейджор не бедный, я думаю, раз скорее живет. Убивает минки везде. Ну, лимит мейджор вроде восстановил, но как он будет драться с миксом, где у Протоса иммортлы, колодцы, адепты, сталкеры, сентри, разношерстным. И псиштормяков 8 еще, куа 8. То есть, это неуважение к мейджору, то есть... Харикейн решил, что мейджор не очень сплитит, поэтому надо больше шторма. Нет, ребята, это не неуважение, а Харикейн просто башкой своей думает, потому что мейджор действительно не очень сплитит, и нужно под это подстроиться. Так, адепт хорошо зато принял здесь. 170 на 170. Оп, на минку попал через штурмовик. Выгодная минка была. Так, здесь минка прям под адепт вкопает же ты ее. Одна ходит, одна стрельнула, вторая не может никак вкопаться. Адепты с глефами, юниты были все краснющие, демедженные в мясо. Вот в итоге и адепты все расковыряли, минку тоже заковыряют сейчас. Но это минус рабочие, естественно. Хотя нет, много не погибнет. Почему здесь на планетарку нет сил наломиться? Вот со штормовиками уже будут силы. И если мейджор через этот проход решит оборонять свою планетарку, то это забейте, называется, ребята. Тут будут штормы и... Ой, минки хотел мейджор прям в армию дропнуть, Харикейн ничего не получилось. Здесь четкое уничтожение планетарки. Вот, сделки на третью, в очередной раз приходит 108-118. Даже без битвы лов, вы видите, по лимиту уже Харикейн унижает. И особенно по рабочей 77-24. То есть, просто-напросто нет экономики. Так, ну что, мейджор на мейн пытается прорваться. Прорвался, здесь сил такой интересный пошел в минус просто самому же. Ну, здесь все будет это краснющее уничтожено в мясо. Архон же один упадет, но вот этот второй так уже она ответит точно. В это время мейджор четвертый. Верхний некто свой выносит оппонент своему. Но уйти не может, здесь слишком много армии, здесь штормы и это просто ГГ. Это 2-1, ребятки, Харикейн. Счет менять еще рано, пока непонятно, где Бенджер Харикейн будет.
Так, а что-то почему-то хвоста-то я не вижу. Ну, сейчас еще точно одна игра должна быть. Я не знаю, может, они формат решили, что дикий какой-то, и поменяли прямо на ходу его, как бы, вчера. Вот, ну, я думаю, что нет, не должно такого быть, скорее всего. Пока добавлю Блэки с его рублем. И пильну рекламу. Ну, а вам спасибо за поддержку еще раз. Пошел вроде хост. Хост это не? Не, ни хрена. Не хост. Китаец куда-то пропал. Судя по всему. Ага, вот все. Прыгаю в игру. Все, отлично. Зашел. Ну что, пацаны, четвертая карта наконец-таки. У мейджора есть все шансы в ничью сыграть еще. Так, сейчас обновим счет, ну потому что здесь пока игра не началась, сложно обновить. Если мейджор карту берет, то 2-2, короче. Соответственно, будет счет и... Естественно... Получат они по 50 баксов каждый, ну это хорошо будет для мейджора, безусловно. Харри Кейн, я думаю, еще там развалит всех в перспективе, он очень силен в последнее время. Так, людей у нас почти 200 людей на Гудгейме, все, о, нифига. И на Твиче уже сотик с лишним. Хотел я, блин, FP не успел я, Даша с Машей к бабушке уехали. Завтра годовщина будет, как Дашин отец умер. Че не умер, прошу прощения, ему день рождения, как бы завтра. Вот. Я что-то загнался не то гаражу. На наши зомби напали. Привет, Китер. Вот, и я, короче, поэтому приехал там 12 с лишним домой, пока тут перекусил, пока траливали. С Чаликом погулял, и уже, блин, начинать надо, как уже 2 часа было практически. Вот, ну, здесь Харри Кейн приехал, что-то напилил КСМ-ку мейджору. И куда он ее повел? Назад на мейн, да. Ну, с 5 хп КСМ-ку лучше, конечно, не оставлять снизу. Это приоритетная цель будет для любой агрессии. Да и сверху тоже, но сверху-то агрессия только воздушными юнитами, типа Оракула, может происходить. А снизу какой-нибудь сталкер может прибежать залетный, там адепт зайти, я не знаю, пробка назад вернуться, у нее 5 хп, если не вычинивать с удара, убьет. И здесь что-то подозрительное происходит.
Точнее, подозрительного здесь ничего не происходит. Нам-то все понятно, а вот мейджор и не подозревает ничего. Dark Shrine? А зачем ставить Dark Shrine прямо около оппонента, я не понимаю. То есть, если ты ставишь прокси, ныкай где-нибудь там, тут. Ну, чтобы его хоть не выбили, потому что это близко. Тиран высокая вероятность, что будет найдено это все дело и умрет столь ценное здание. Плюс гейт еще пошел. Ну, здесь такой, типа, как Dark All In получается. А что если... Блин. Ну, все мы помним, как звали того игрока, который на GSL придумал. Кстати, вот помните чаржа Дарки Блинк билд? Зелки с чаржем плюс Дарки с Блинком. Интересный. Ведь сейчас же чарж не 200-200, а 100-100. Это повод нечто подобное разработать. Вот. Мне кажется, интересно это все выглядело бы. Зелки с чаржем плюс дарки с блинком. Интересно. Можно и архончика подслить, если это необходимо будет. Ну что, ребят, последняя карта. Счет может быть и ничейным, или победит. Так. Марика срезал здесь фарики. У мейджора все прикрыто туретками. Хорошо, что прокси увидел. Ну и вот он как бы гейт увидел. Ну так он мог и туретку увидеть. Так, здесь два Марика Дарк срубил, но не более этого. Мейджор еще одну туретку решил поставить здесь. Да и правильно, почему бы и не поставить. Она вижен дает, даже можно было бы, наверное, вот здесь где-нибудь ее поставить, чтобы здесь все перекрыто и сюда подальше было, да? Проверяет прокси. Марик спереди, зачем его выставлять сейчас? Ну и все. Это как против... Это чужого, как одному идти искать. Вчера сходил на чужих, кстати, с Дашей. А вот на этих, ну... Признаться говоря... Вроде посмотреть и можно. Но... Самая суть, что идиотизм, так это, по-моему, команда вот эта вот в фильме. То есть, это, ну, сидели пацаны в чатике и подумали, не полететь ли нам в миссию колонизации, как бы, планеты другой. И полетели. Но не очень готовы были. Вот. Nightmare, точно, спасибо, Shadow Marine. Вот, забыл, какой-то пропал этот Марин. Короче, чекуши там какие-то были. Ни к чему не готовы. Какие-то ноют постоянно там. Что-то вообще, ну... Да. Дропы от мейджора, ребят, марики со щитами. Но они не способны Гвардиан пробить, хоть у них 3 и 3 щитов будет. Просто Гвардиан Шилд слишком решает против демеджа мариков. А в это время Дарк продолжает напрягать, третью цеху пытается сбрить. Здесь выход был с другой стороны, плюс этот. Если бы мейджор вместе ходил вот этими мариками плюс теми юнитами, мне кажется, успешно могло бы вполне получиться сталкер. На халяву забрал сверх, который, в общем, у сталкеров блинк есть. Ну, просто не отреагировал на это Харики никак. Еще-то две КСНки приехали. Запасные, типа. Сейчас Дарк срубит, мы достроим, типа. Камни мейджор пробивает. Сюда прирост идет. Да, идет сюда прирост от мейджора. Мейджор что-то... Что он стимится-то все время, не пойму. Так, на бусте медиваки уходят. Харики пытается прийти сюда. Кстати, может, он медиваки выпилит сейчас легко достаточно. Мейджеровский пробку увел. В это время мейджор с другой стороны идет. Здесь прекрасно обсервер висит, который видит, как мейджор идет сюда.
часть юнитов на филде. Харикейн отогнал, отжал. Ну и в итоге минус пробка, минус вообще печаль, короче. Это какую-то компанию, по-моему, менеджер играет. Оп, Immortal на карте стоит. Пацан из Марсианина, норм один на Марсе вышел. Да тот-то вообще пацан норм. Теплицу построил на Марсе такой, ничего себе. Молодец. Из пленки. Опять тут, короче, и Маза Шипкор теперь отдельно летает. В общем, 157-160. В пользу Харикин по лимиту, Мейджор Мариками прямо на адепту, что он, вот я, когда смотрю, просто иногда, когда я смотрю, как играет Мейджор, у меня просто возникает вопрос. То есть он жмет кнопки, он вообще в StarCraft играет, он что-нибудь-то, ну, какие-то, ну, выводы делаете. Марики на адептов бегут, где вот этот контроль элементарный, просто изменить надо, ну, то есть... мародеры не подставляются, ничего, просто стимится и бежит вперед, просто стимится и бежит вперед. Здесь четвертый Нексус, здесь 2-2, здесь Шторм, здесь Чарж у Харикейна. Мейджор только атака опять делать, хотя наверняка две, да, конечно, две инженерки, просто забыт один грейд. Все, уровень у Мейджора хороший, ну, вот, подтянуть немножечко контроль и некоторые моменты, так вообще замечательно будет. Сейчас просто пришел менеджер и, то есть он пришел все армии, то есть он шел типа воевать. Но в итоге он только убегал и улетал, все. Каждый бой, каждое столкновение было просто убожеством со стороны менеджера. Сначала он убежал здесь, потом он улетел, дропнулся. И потом Мариков подставил, сначала он Мариков подставил, потом улетел. Так там было. Это я уж про предыдущий эпизод расскажу. Так, здесь две депухи и призма вперед летит. Попытки отхарасить от Харикейныча. Здесь контролит Харикейн, знаете, грамотно держит войска, ну, вот, на направлении движения мейджера, направлении удара, вероятно. И здесь тоже стоит Харикейн. Так, здесь Апса, кстати, забрал сплэшем случайно мейджера, Минка забрала. Здесь мейджер улетел. В это время адепты шатают третью. Шатают вторую, есть либерат, эпохи закрываются. Адепты выходят туда, на третью базу. Здесь мы же заранее на майне разложился. Ну, заранее хрен знает, что из этого выйдет. Потому что Харикейн не дурак, он же не будет заходить под либератора. Ну, конечно, он мимо прошел. Два адепта унижают минеральную линию. Пришли марики, которых с удара адепты убивают, просто демеджные в мясо. И опять же положение либератора спасают. В это время адепт с центра приходит. Но мейджор умудрился дропнуться сейчас на четвертую базу. И Харикейн сам не на позиции был. 20 пробок минус, еще и Нексус минуснул. Это был очень хороший дроп. Это шанс для мейджора. И дома пытается тут адептов выбить с минимальными потерями. С минимальными же не получится, но... Так, здесь адепт зашли, либератор рядом тут. Одного адепт минусу, марики одни здесь дерутся, либератор. Ё-мо, такая группа, плюс гасы еще. На мэйне депоху закрыть не успевает, мэйджи, что ты делаешь? Просто убей ты трех этих адепт. Так, два на мэйне, вообще не видит такое ощущение, куда телепортируются. Рабочих 30 уже уничтожено. Харикейн вперед всеми идет, мейджор вообще... То есть он стоит всеми, он не готов драться, а Харикейн уже пришел, посмотрите, всей своей армией. Нужно отдалить мышцу, чтобы посмотреть. Есть гасты, есть ИМП, ИМП хорошо зашло, но один штормовик у него на два шторма, и тут так просто зайдет, эти два даже шторма, даже два шторма, они просто... Ай, тут мародеры на Иммортлов бегут, по очереди их просто унижают, они плюс Архоны, 86-122,
очень... В конце мейджор просто, ну, не смог за контролем, не успевал за оппонентом, реально. Он просто не успевал, и все. То есть у него все было нормально, но сконтролить не смог вообще. Ну что, ждем следующую пару. Не знаю, кто дальше будет играть. Так, ну что, я Асону пытаются. Ты скорее же кофе здесь есть точно. Это кто у нас? Хрен знает, короче. А вот и Асону, а G-Starry, это и Асону. Так, водички схожу, налью, что-то пить охота, ребят. Сейчас решится, какая пара дальше. И переименую все.
Все, ребят, здесь я. Звук вперед уходит. Не знаю, не должен звук вперед уходить. Никто об этом не писал. На вебке может быть рассинхрон, конечно, со звуком на вебке, но не в игре, я думаю. Так, я со мной здесь Скарлетт нужна. Скарлетт пока не видно. Оп, что-то создается, кто-то у нас биться будет. Да, вот Скарлетт-то здесь оказывается, сейчас переименуем. Это интересно, безусловно. Тем более против китайского зерга. Вчера, вы помните, Скарлетт 3-1 против Солара вела, но умудрилась слить в итоге эту игру. Не знаю, как это даже произошло. Сегодня может все по-другому быть. Так, рекламку пельну сейчас. Так, бой 4, ребят, сейчас счет поменяю. Так, почему Сливка не участвует в турнире от KFC? Он ушел на работу. Можно было пошутить, что в KFC он там работает, но все мы знаем уже, где Сливка работает, поэтому так не пошутить. Практически все. Ну что, ребят, собачки от Скарлетт бегут вперед, она играет через скорость.
И Асон уже играет через, получается, сенатскую хату. Гаспул, то есть у него скорость будет позже намного, у него собак будет меньше намного. Ну и Скалит на Ксилнаге скапливает собак, то есть сейчас будет прям со скоростью выход, я так полагаю. Очень быстрый урыв, здесь 8 собак. И сейчас остальные еще доделываются, и все это вперед пойдет. И Асону пытается проверить, где же что происходит. 9 секунд у Скалит до скорости. Скалит не спешит заходить раньше готовности скорости. Почему? Потому что можно, когда будет скорость, можно на халяву собак будет принимать. Так, здесь дрон начинает падать. Дрон еще минус. Королеву Скалит окружает моментально практически. Инъекцию Асону успел кинуть из положительных для него моментов. Еще одна королева пришла. А Скалит прирос собак очень четко. Хорошо, скорость подождала. И все, это на ГГ очень сильно смахивает. Две королевы выпили, на собак очень-очень мало. Ну, скорость, правда, будет готова. Скоро тоже Асон. Но здесь еще такая пачка жирненькая бежит, собачка. Ну, хотя бы хату выпилить надо вообще здесь. Вот же халявные четыре собаки. Скалит-то видит прекрасно. Забирает этих собак. Еще три забирает. Все, Асону ничего не копится абсолютно. Здесь врыв прям в рабочих идет. Ну и ничего здесь особо не сделать. Да и пофиг на Mineral Walk на этот. На самом деле уже скалят, потому что... Так, все, и Асону скорость доделать. 14-11, типа рабам-то еще пока не катастрофу и Асону. Опять в дронов вгрызаются собаки. Здесь две отвлекали. Здесь как-то и на Асону больше, по-моему, чем скалят. Нужно аккуратнее быть. И ГГ, он пишет, там совсем печально все по лимиту. Ну что, ждем инвайта. А это что-то задержка. Все, вот сейчас прыгаю. Так, прикрою. Окно что-то светит жестко. Так, Скарлет против Асону. Погнали, вторая игра. 1-0 Скарлет ведет. Уже достаточно легко зашел этот собакочка под пуш.
Так, поменять цвета. Не, я ничего поменять не могу. Ребят, Скалит и Асуну, вторая карта в этот раз, 17-я хата Гаспул. И там чуть раньше Гасух. У Скалит, чуть позже у Асуну. В остальном все абсолютно одинаково здесь. Так, ну а если насчет KFC, то вы же никакого отношения здесь не имеет, потому что это Кунг-Фу Кап сокращенно. Вот. Линги от Иосона вперед побежали, 4 штучки ускали, 2 линга вперед бегут, зато на 2 рабочих ускалят уже больше. Ну и королева достраивается по чуть-чуть. Так, ну что же. Попытка такая, тут Беллингбаста небольшая, это Асуну идет. Точнее, это от Скалит попытка Беллингбаста, и Асуну-то красная у нас. Я почему-то все время был уверен, что Скалит красная. Но нет, на самом деле нет. А и Асуну тоже контр-Беллингбаст делает. Тут просто даже не попытка Беллингбастов была, а взаимная хара с лингами плюс выход Беллингбаст. Если Асуну до рабочих Скалит все-таки добирается в итоге... Ох, как бомбанет сейчас плотненько. 3 дрона минус, 4 дрона Скалит минус. Еще дэмэджинах 5 штук здесь очень сильно дэмэджинах. Так, здесь Беллинг заходит. И что-то взрывается жестко. Сейчас вот Асуну хоть один бейн бы сюда зашел, было бы неплохо бы. Но не дошел. Так, вот собачка одна вперед бежит. Там рабочие-то дэмэджины и фламки, кстати. Здесь еще 2 бейника делаются. Ну и все, и Асуну больше пушить не будет. Он переходит в экономику. Рабочих больше на 4. Ну и, и заказывает, кстати, он больше, чем Скалит. Дронов, что самое интересное. Но Скалит заказывает роучи, у него больше боевого сейчас лимита будет. А у Асуну роуч ворон. Есть роуч ворон, есть и эволюшн. Плюс 1 может и Асуну заказать. Что он и делает сейчас, кстати говоря. 44-38 парабам, от Скалит пуш какой-то намечается. 4 роучи есть, 5 строится, 9 было. Закай, да, 9 сейчас, 8 еще, 12 будет роучи в итоге.
Ну, пуш очень серьезно, ребят, со стороны Скарлетт. 102-92 по лимиту, 68-42 по боевому. И Асону, конечно, 7 роучи строит, но, по-моему, здесь уже его 7-то не спасает. Роучи, вот еще и плюс один, нет, очень хотелось спасти третью хату и Асону. В итоге за попытку спасти третью хату и Асону терпит так, что, походу, он не спасет вообще эту игру для себя. Потому что слишком много здесь скалит, собаки затекают, до грейда еще 20 секунд, а он уже всю армию потерял, и тут шансов уже нет никаких, собаки окружают, дроны выводятся, они не помогут здесь ничем абсолютно, скалит даже там своим собакам фаерболами попадает. Ну, а знаете, в чем прикол? Крипа вот здесь нет, было бы криптумором соединен мейн и вторая, а Сону смогу принять здесь бой, и видишь, что... Все хреново отступить сюда вместе с королевами, так как юнитов нормально ходили. А ведь крип он тупо отступить не смог. Даже в ЗВЗ поэтому крип иногда решает. Ну что, 2-0 Скарлетт ведет. Если я Сону хоть в ничью, хочется играть хотя бы, то ему надо сейчас уже две карты брать следующих. Ну а если он собирается 0-4 отлететь, то он может проигрывать и дальше. Так, прыгаю в игру. Так, ничего здесь не надо проставлять, ребят. Сейчас счет поменяю. Переместился вот Асону туда почему-то. 2-0 Скарлетт, короче. Ну все, ребят, здесь нахожусь я. Кстати говоря, Скарлетт что-то интересно ставит здесь хату. А в ЗВЗ ставит минерал, ну это не минерал онли, это с одним газом 10 минералов карманные. И Асон уже ставит стандартную хату, которая ближе к центру, с двумя газами. Вообще, это может говорить, вот такая хата от Скарлетт, что точно она муталисков
не планируют играть в этой игре. А во что же тогда планирует она играть? Ну, а что-то другое. Причем не делается пока скорость. Вот сейчас сотка газа есть. Будет скорость заказать Скалет или будет уже Блэйр выходить? Похоже, что вообще скорость Скалет делать не собирается собаку. Скорее всего, это Лейрик, это Роуч Пуш, видимо, наверное. С выходом в третью базу в ближайшей перспективе. Так, королеву чуть заказано. Криптумор сразу ставится. С мейна, причем вниз. Иосону пролетает, ничего не видит пока что. Сейчас он крип сразу практически увидит, что он вниз пойдет. Да, вот он крип. Очевидно становится, что это криптумаус. И Evolution на рампе ставит Скалет, Иосону это спалило бы ментально. И Evolution Roach Warren пошел, закрыт проход, королева здесь встает и все наглухо закрывает. Лейер там и там делается. Ну, для Роучи, в принципе, для Роучи выхода вот эта база-то лучше. Минеральный приток больше, на Роучи газ не так уж много надо. Просто заранее можешь заказать еще газу до 2 и подкопить немножечко. Плюс один скалет заказан. Как, заказывает как только Evolution готов. Здесь то же самое происходит. Ну, тайминги там секундное отставание имеют буквально. Скорость у Асончика пошла, а у Скалет что? А у Скалет ничего, у Скалет газа что-то нет. Только сейчас Скалет заказывает скорость. Почему не был, кстати, у Скалет газ? Петя путаю цвета. По рабочим Скалет и Асону нагоняет, и Асону третью ставит. У Скалет уже третья, зато раньше делается. Причем на золоте делается это третья. Постепенно тут золото доделать. Крип, мало пищу такой ранний крип был отскалить, чтобы на золото быстрее крипом выйти. Причем и с мейном все соединено, в отличие от Иосона, у которого нет соединения с мейном получается. Так, скалит роучи пилит там по 9 штук, много. Много заказано, дронов переводят сразу... 14 штук на это золото. Это серьезное количество. Прибежал так бодро Асону на скорости роучем. У Скалет еще не готово. Через пару секунд зато будет готово уже. Все, теперь скорость готова. Можно отойти. Законтраливает собачку Асоновскую Скалет. Асону чуточку позже перевел рабочих вот инкам, поэтому 6 сотен разница есть. Сейчас, ну, Скалет там пару соток минералов плюс ушла, конечно же, пару-тройку соток за счет того, что раньше золото начало добывать. На мэне он вообще рабочих нету практически. У Асону есть. Сбивает Скалет оверсира и Асону одного... Ну, Скалет МКМ больше как раз за счет карманной базы минерали. Немножечко больше. Немножечко. Потому что здесь на две минеральных кучки больше. У Скалет с двух эволюшнов грейды пилятся, в отличие от Иосону. И у Скалет куда-то три дрона поперло. Куда они поперли все? Сюда поперли. 15 или куда они? А, на газ, на золото, на газ. Ну, ясно. Мейн вообще не добывается. Добывается только карманная база. Здесь все распределено более как-то органично по базам. Иосону он собирается давить вообще Скалет? Похоже, что да. Во-первых, у него чуть раньше апгрейд на атаку второй на 20 секунд. Можно этот тайминг словить, когда у Иосону будет 2-0, а у Скалет 1-1 только будет, получается. Плюс у Иосону делает подземное передвижение. И заколку. То есть роучами можно сейчас разводить, будет ползать очень хорошо.
и крипами срослись практически, Скарлетт и Асуну. То есть скорость передвижения между этими базами у них будет просто гигантская. И, кстати, заблочил и Асуну еще Скарлетт апгрейд этот плюс 2. То есть разница стала уже где-то секунд 40, даже больше. Так. Пошел замес. Скалит больше как-то по лимиту. И по боевому в том числе. Ну и Асуну плюс 2 есть. Скалит 1-1 только. Но Скалит просто изи как-то здесь. И Асуну сминает. Ему нужно отступить и уже дома с просто надеваться. Ну, басу лот, войска 2 на 1-1 карта. Так вот же только. В лотве только и сделали вот сейчас. Вот вели карты, где есть база. 6 минеральных пучек, 1 газ, здесь 10 минералов, там 1 газ. На золоте 8 минералов вели, то есть много фишек таких вели новеньких. 93-125, Скалит продавливает и Асуну. Вроде сам вперед пошел, вроде уверен был в своих силах, но огреб просто и 3-0 счет становится. Конечно, Скалит вчера 3-1 с Соларом вела, 3-4 умудрилась отдаться вообще. Так что уровень сильный, это видно сейчас. Но не хватает на ГСЛ все время что-то Скалит. Блин, что-то мне холодно сегодня как-то прям. Непонятно это. Так, что меня никто не зовет, вот пошел онлайн, я прыгаю, что-то сам затупорезил немножечко. Ну что, 3-0 Скалит уже точно получит 100 баков, уже точно побеждает, но карту еще может взять, товарищ. Ну что, ребят, четвертая карта. Так, счет проставлять не надо. Сейчас посмотрим у нас где там что. Чего они цветами-то меняются все? Ой, местами постоянно меняются. Thank you.
Так, здорово всем, ребят, кто недавно пришел. Почему ВВ? ВВ 60, а здесь 45 хп. Так, наверное, потому что игры разные. И все для баланса делается. Ребят, Скарлет в 3 хаты играет без газа вообще пока что на этой карте. Ну, можно здесь, да, заблочиться, как бы, и нормально все делать. И Асун уже играет через скорость, что-то там проверяет собаками. И Беллинг Нес делает, будет ли Беллинг Баст или нет, я не знаю. Но Скарлет Криптумур здесь нужен. Ну, а вообще по поводу 60 хп история воля в бетке, по-моему, еще вола. Просто был такой... Забыл я, как это у шведа-то рыжего звали, блин. Я уж никнейм забыл. Короче, он просто делал пуш с реактора. Там еще реакторы быстро на бараке строились. Просто Марик и КСМ приходили и убивал. Ничего не сделать было вообще. Поэтому и пофиксили в итоге. 60 хп убрали. Криво, посмотрите, хату-то я Сону поставил третью. Видно же, что можно вот так вот чуть ниже было ее поставить. Может, я, конечно, не прав, но, по-моему, здесь это очевидно вообще. И невооруженным взглядом заметно. Привет, привет всем, ребят. Кто недавно подошел, помните, что просьба поддерживать, подписывайтесь по возможности на премиум и отключайте отлоки, поддерживать по реквизитам в описании и через плеер. Морроу, точно, Морроу был. Я помню, что меня бомбило от этих пушей сильно. Я ему какие-то БМные темы писал. Он писал, что типа надо спасибо сказать. Я типа играть тебя учу, там все дела. Вот от этого херню это делал. Потом его просто пофитил. Вот и все. Вот. Так, на мейне тут Асунчик погонял овера, отогнал немножечко. Выходит в муталисков, кстати говоря. Тайминг-то лейера был лучше у Асуна. Но у Скалит экономика сильней. И у Скалит уже в инфестейшене делается грейд на энергию. И у Скалит делаются инфесторы сейчас будут делаться. Но нет контроля вообще. То есть мута прилетит, будет неожиданно очень. А, погодите, нет, чем-то Скалит. А чем на мутку-то спалило, я чуть пока не понимаю. Не знаю чем, но чем-то мута была замечена. Какого-то я юнита упустил. Карта светлая, здесь крип весь будет выбит. 5 инфесторов сказали делать сейчас. Здесь порочки, 2 штуки есть вообще, королева. Извиняюсь, 4-я хата у Скалит уже готова. Ну, гидроден нужен, видимо, я не знаю. Либо во что-то еще выходить. Ну, а Асуну роучи масит, это в стиле Блая любимая тема. Сейчас попробую с роучами, видимо, давить.
Так, оверы у Скали доделались. Еще роуч надо заказать, потому что сейчас может пропушить жестко очень. Ох, хорошо по амуте прилетело. Ну все, Муталис как всех скалит заминусовала фаербольщиками своими. И Асону Кописа пытается пушить, но тут еще энергии на 2 Микоза есть. И скоро уже здесь, через секунд 30-40 на Кописа на новые Микозы. То есть будет у инфесторов Хроники дали по 2 и у тех... которые кидали на новую накопь. Сейчас просто в молоко. Молоко фаербул искалит. Молоко микос вообще. То есть надо копить на новую сейчас энергию. Но скоро уже будет, кстати говоря. И Асону пытается камни давить. Продавливает, выбивать. Выбивает камни. Ну, будет попытка давить. Но успешно или нет, хз вообще. Скорее всего, и Асону даже не будет туда заходить вообще. Рейвенджер минус. Ну, микс примерно одинаковый сейчас, но у Скалет игрейды лучше, у Скалет и инфесторов есть 5 штук, а у Асону нет этого ничего. И у Скалет и рабочих больше 4 раскачано, в отличие от Асону. Короче, у Скалет все прекрасно вообще. Скалит выходит в центр, надо роуч только подвоить, которые в тылу-то были. Они где-то загуляли, там фаерболит, Скалит неплохо, плюс микозами раскидывают на Ясончика. Здесь подловлен он был, и еще тут много роучей не уйдет. И Асон решил отдаться, ГГ пишет 4-0, но 0-3 проигрывает и решил нафиг, короче, тут. Сопротивляться просто не буду я. Ну что же. 3-2-2, между прочим, ОПМ. Все ясно, короче. Закрываем. Скарлетт 4-0, молодец. Пока только Найс 4-0 унизил кого-то там. Так, ну что же. Кофе. Кофе против Пили-Пили, я так полагаю, сейчас должно быть у нас. Матч должен быть. Ну, ждем его, короче говоря.
Так, пошел инвайт, ребят. Кажется, сейчас пили-пили будет биться, и нужно нам поменять название. Да. Меняю название везде. Отлично. Так, ну что, погнали, ребят. Ну что же, пили-пили против кофе. Счет 0-0. Надо счет поменять, кстати говоря. Пили-пили не ведет 3-0. Но я думаю, что он фаворит. Барак, Рипер в ЦЦшечку факту. Кофе играет. Пили-пили, пилон, гейт, газ, пул. Ой, пилон, гейт, газ, пул. Пилон, гейт. Газ, Нексус, кибернетчика. Вот. Так, 16 пробок. Да, все минералы заняты. Мазер Шипкор заказан. Десян одна возвращается домой, получается, пробка. Кстати, на вторую нет, почему-то она поехала.
Рипер-то на мейн залетает. Сейчас Мазер Шапкур будет готов. Не выставил оверчаш пили-пили и правильно сделал. Минус Рипер, ребят. Просто царь. Вот-вот. Хотя не минус здесь. Ну, китаец не стал сюда полететь. Полетел так. Пили-пили Рипера забирает. Просто красавец вообще. Ну что же, а кофе что, он развиваться продолжает. Марики, минки, передруп. Так, кто лучше играет, Аверс или Револьвер? На ладере уровень их слишком высок, чтобы их друг с другом свести, потому что, ну, если они сыграют, то проект StarCraft можно закрывать, поэтому ладер их друг на друга не присылает, вот. А мировых призовых, ну, не хватает, чтобы устроить шоу-матч, как бы, с ними, потому что тут слишком высокий уровень, другой тоже. То есть, поэтому, ну, этого, к сожалению, выяснить не получается пока что. Вот так вот. Короче, пили-пили адептами вперед, пошел под пуши. Здесь минка идет сюда, и успеет ли Мастер Корс реагировать, я хз вообще. Здесь три адепта уже пришло. Здесь, кстати, танк есть у кофе. Ну, почему-то пили-пили не раскладывает призму, он собирается с тремя адептами здесь работать, судя по всему. Они с... Где они? Они на мэйне с мариками бьются. Ну, здесь танчики есть. Мариков пили-пили легко отфокусил. Танк отфокусить он, ну, хоть зафокуситься не сможет вообще. Продолжается Харас на мэйне, дропает кофе 4 марика. Пили-пили адептами, похарасил 9 КСМ, купил. Здесь 2 танка, ребят, у Протоса рабочих-то пока больше, но... Что-то тут нахарасил кофе пили-пили, но зато по технологиям РОБ-Б уже и все дела, как бы, и... Ну, если найдется, кстати, да, если найдется какой-нибудь миллиардер иностранный или наш какой-нибудь из СНГ, еще в матче спонсирует Аверс против Револьвера, и они готовы будут показать все свои секретные стратегии, приготовленные к Близкону, там, и не только. К нему, к другим более серьезным турнирам, то можно будет и застримить. Сбил Викинг призму, но пили-пили адепт, что здесь оставил. ДПшки не закрою, закрыл. ДПшки, адепт минус, ну так, разведал чуть-чуть вообще. Так, короче, тут уже перебор. Горячих парней надо остудить немножечко. Пусть в личке там посрутся. Я здесь, среди теней. А то уже на мамки перешло. Это уж перебор точно.
Два колосса сталкеров, несколько штучек перепили, плюс 4 адепта, ой, 4 сентри. На второй перебор рабочих надо перевести будет, 6 гейтов заработало. Ну и Твайлайт с фаржой делает, то есть агрессию такую будут с колоссами сдерживать, агрессию в лоб пили-пили, но на перспективу там и глефы, и плюс 1 будет. Маза Шипкор на мейне суверчаживает, вторая база вообще ничем не прикрыта на самом деле. Можно сделать шоу-матч Реваверс с Бустин, народ будет много при условии, что не будет мата. Мне кажется, тут наоборот, в таком матче надо два приза делать, как бы. Потому что пока эти ребята, игроки, если можно назвать так, побеждают друг друга на словах, в основном в чатике, вот. То есть можно, ну, можно реальный матч сделать с призом за матч, ну и как бы одновременно кто текстом кого победит. То есть будет приз зрительских симпатий, кто кого, ну, в письменной форме унизит жестче, как бы победит. Здесь после трех колоссов дестабилизаторы добавляются, блинк и плюс один у пили-пили. Все неплохо, все стандартно достаточно. Тут по грейдам, правда, отставание определенно есть. Так, иллюзии спалил. Ну, кстати, нет, блин, туда гнать нечем вообще. Кофе отступает. 40-34. Что-то кофе-то как-то неплохо по лимиту уйдет вообще. Как-то, ну, продакшн там все дела. Озотная бомба. Сделана из озота. Имя какого-то южного брата нашего, кавказского горячего парня, что ли. Узот. Бомба из узота. Так, возвращается пили-пили, кофе жесткий дроп делает. И, кстати говоря, колоссы тупят, надо их подвести. Горыныч поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает, нашел матч. Так, не надо мне присылать на канал, нашел матч. Ну, шоу-матч надо создать и делать шоу-матчка его. Я уже много раз говорил, если кого-то другого хочете поддержать, делать матчи какие-то, не надо на мой канал засылать. Так, 110-150 лимита у нас. Это минус пили-пили, ребят, это кофе 1-0. Что-то кофе пили-пили, ты мне не думал, что кофе такой бодрый у нас тиран. Неплохой китайский террасик-то оказался этот. Но он относительно неплох, последние разы, когда я видел, отыгрывал. Но я не думал, что пили-пили, который сейчас вообще неплох, там в Америке постоянно в топчик попадает, как бы, то есть проходит квалификации, там, ну, хорошо. Сейчас от кофе так прям будет отлетать. Передроп на мейн, но тут уже передроп, не передроп, здесь уже вообще тут пили-пили ничего не сделать. Слишком много тирана, как бы, экономика замечательная. Их на ринг выпустить надо, я думаю, можно... Можно троеборье запилить, типа, бот-бот-3 получается, раунд ринга, короче говоря, не бот-3, а бот-сколько-нибудь, типа, можно еще что-нибудь придумать. Один матч это на ринге, короче, раунд отстоять, да, как бы там, без правил бои, один раунд рэп-баттл, короче, один раунд в Старкрафте. Один четвертый в чате, кто кого пересрет, например, тоже как вариант может зайти неплохо.
Ну что, ребят, заходим во вторую игру. Пили-пили, что-то сливает пока. А, что у матч в моем чатике, я комменчу, и приз мне получается, как бы, то, ну все, тут все верно, ну, понимаешь, как бы, потому что, что происходит в моем чатике, на моем канале, происходит в моем чатике, вот, ну, а если захочешь там шоу-матч, как бы, запилить, можешь написать не там или аверсус левый, что-нибудь придумаем. Не, я бы на самом деле StarCraft бы посмотрел левый аверс, Го7 бы, было бы прикольно бы, но просто я не знаю, что-то реву не видно последнее время, как бы я видел на GoFoSK, он там был в сетке последнем, но редко видно стримы, как бы, я, конечно, особо не слежу прям плотно, но... То есть, когда кто-то там типа не в форме, там, и все дела, начнется там отмазки, как бы там... Так, ну что же. Кофе против пили-пили. 1-0 кофе ведет уже. И обнаружил пили-пили, что тут прокси-барак чертяга делает кофе. Достроит, интересно. 2 КСМ, ГГ. Не, ну я так не играю, я даже покомментить не успел. Вот как... Называется, как сравнять счет одной пробкой. Раунд, кто создаст большую лужу крови из оппонента? Таможенный раунд, кто кого в плечо потолкает сильнее. В принципе. Ладно, это все смешно. На самом деле надо... Шоу-матч в StarCraft устраивать 100% при таком раскладе, а не что-то еще. Ребят, пили-пили против кофе. Пили-пили игрок с флагом Казахстана, проживающий в США, но представитель СНГ, тем не менее, сравнить счет 1-1 он становится сейчас. Еще две игры здесь нас ожидает. Либо 2-2 будет, либо 3-1 кто-то победит, короче говоря. Все до конца доигрывается. И после этого Бо4... Нас будет ожидать еще один матч сегодня. Это НИП против Тубинга ПВЗ. Все, 1-1, поехали, ребят, кофчик после против пили-пили, вот. Что произошло? Кофе делал прокси-барак с двумя газами. То есть это должен был быть чист барак факта и, возможно, старпорт. Ну, то есть циклоны Марики в лоб убивать. Приехала пробка и выпилила КСМ-ку на бараке, собственно говоря, и кофе решил, что это уже не зайдет. И написал GG.
Потому что, ну, ему... Не, ну, можно было отменить дома. На самом деле, вот, это не круто вот так сдаваться, вот как сейчас кофе сдался. Но можно пободаться еще. Ну, понятно, ты отставать уже сильно будешь так, вот, когда тебя, понятно, находят. Водички глотну. Кстати, Горынычу спасибо за рубас. Откуда я знаю почему? Ну, минус моральный китаец будет. Конечно, надо биться. Я не знаю, смысл так рано ли выходить. Ну, много игр, подумал. Ладно, другую затащу, подумал, кофе. На самом деле, здесь важно хотя бы в ничью сыграть. Ну, либо победить при любом счете, там, 3-1 или 4-0, неважно вообще. Вот. Почему? Потому что если 2-2, то за каждый матч здесь по сотке баксов идет. Помимо того призового, который общий, там есть еще как бы за первое место и т.д. и т.д. в плей-оффе. На раунд-робин тоже есть призовой за каждый матч по сотке баксов. Ничья 2-2, 50-50, 50-50. Победа любым счетом, ну, победителю все, вся сотка достается. Прилетает кофе, ребят, почему не понял я сейчас? Вот, сейчас. Так поздно адепт вышел. Две пробки потерять успел. Пили-пили. Играет без мазершепкора через одного адепта. И второго тоже как-то поздно заказал. То Старгейт у него ранний. Так, ну что, тут кофчик прилетает. КСМ кидает. О, два гелика зашло сейчас. Пилить надо, один из них запилил. Пили-пили. Не зря он пили-пили. Кажется, гелик еще оракула спалил сейчас. Это вот точно не нужно было. Если минки, минок нет, но викинг зато заказан. Андрей, адепт, оракул вперед идут. Ну, кстати, адепта 3 и оракул смогут сделать. Нормально было, тебе жена заметит. Могу убрать, но... Ты что там смотришь, блин, на проекторе, что ли, на всю стену? Ну, не думаю, ни хрена себе у тебя жена. То есть она... Это просто, ну, жесть. То есть она должна знать твой никнейм, получается, в чате. И контролить тебя, как бы, там, на это все. Не, ну тут как бы, ты понимаешь, ну, я не делаю, как другие, то есть я всегда говорю, что если есть желание и возможность, понимаешь, ты сам должен решать, есть ли у тебя возможность там, поддерживать кого-либо. Вот что тут главное. Так, идет кофик, пили-пили, особо там не на... Викинг сел, Маза Шепкор без энергии, две энергии остается, срочно оверчаш, нужен кофик, пили-пили, давай оверчаш! Не успел, а он вот так отбивается, нормально. Здесь и так отбился, Феникс минус. Блин, вот если Феникс выжил, он бы смог бы сбить бы. И Медивак, скорее всего, Викинга, привет, Технорокер, привет всем, пацаны, ребят, спасибо за внимание, за поддержку всем. Короче говоря, Викинга сбивает, Медивак не поймать, у него буст закдешился.
Но самое главное, что Пили-Пили отбился, как сумбурно, каким-то чудом вообще. Ну, повезло, что Феникс с Оракулом здесь изменили все. Тично Рочкер переподписан 9 месяцев. Не, отвлек-то грамотно. Не, кофе вообще неплохо отыгрывает, должен я отметить. Только вот у него сверхпоздний стимпак в этой игре, и это для Пили-Пили неплохой шанс, на самом деле, по экономике вперед выйти. Третий Нинсу спалил про КСМ-кой кофе здесь. Так, 9 месяцев, это значит, что ты 9 месяцев подписывался на премиум на моем канале. Вот что это значит. Ну и помните, пацаны, что премиум теперь нужен для смайликов, для отсутствия рекламы, ну и для поддержки просто. Потому что исходное качество доступно теперь всем, короче говоря. Ну ты понял, Горыныч, короче. Привет, Максилиус. Да нет, KFC здесь ни при чем. Надо другое сокращение в следующий раз придумать. Вообще это кунг-фу кап, как бы. Вот, китайский. Просто он необычным форматом. Суперлига. Раунд робин. Сначала много-много туров будет. Короче, там 16 игроков играет. И каждый с каждым должен отыграть. Я не знаю, до конца лета, наверное, этот кунг-фу кап будет идти. Но тем лучше, больше крутых игр будет с участием. И Пили-Пили, и Скарлет, и Ниба, и... Мейджера и там Харикейн, кажется, и китайских игроков. Жаль, что никого из наших больше нет. Но о нашем здесь нет смысла играть. Все-таки азиатский сервер. Это только корейцы с их левелом заоблачным. И на Европу в наглую приходят. Всякие буфы СК умудряются иногда даже отжимать. Вот. На 400 пинге. Да и пинг у них может поменьше. Вот у меня 340, как и в игре, примерно. На 340 пинге все-таки играть как-то, ну, это не очень хорошая тема. Так, фениксы прилетают, здесь два либератора бесплодных, смотрите. Здорово, ребята, говорит у нас Пили-Пили. Одного минуснул, здесь туретка есть, но она одна всего, кстати говоря, здесь. И вообще она стояла как-то криво, там, не в минеральной линии, по-моему, совсем. Так, здесь идет выход, а 122-117. Двухбазовый, любимый на этой карте тирановский выход, который блочит просто вторую базу. Танчик атакует издалека. Глеб у Пили-Пилича есть. И, кстати говоря, кофе там перестимился. В мясо нужно... Верчаш попер на минке, главное не залезать. Сейчас... Куда ты... Бабах просто почти... Ну, это не ядерный взрыв бывает. Когда 6 минок там одновременно залпа делают, как бомба ядерная ударила, как будто бы... Вот, здесь же не так было жестко, но все равно жестко как-то. Так что, ребят, как бы, если вы на премиум сейчас подписываетесь, всегда подписывались, подумайте, как бы, можно просто напрямую поддержать, и вам там плюшки, цвет никнейма в чате будет меняться. А так смайлики вам только дают, получается. Ну, не знаю. Как бы, смотрите. То, что качество всем теперь доступно, это правильно. Конечно, было бы прикольнее, если бы можно было стримеру самому выбирать, как бы давать премиум или нет качество, допустим, как на OGaming на Твиче. Но я думаю, что на самом деле я бы давал бы, ну, нужно смайлики вот эти все рисовать, как бы, и делать все это все-все. Нужно просто, да, этим заняться, как-то найти человека, которым придумать, что запилить, найти человека, как бы, ну, и запилить смайликов, короче говоря, потому что у меня 8 слотов свободно. Для, чтобы с премиума использовать, и еще с премиум значки надо, блин, запилить, короче. Так, минус Феникс. 12 пробок минус, минки на третью залетает. Как же Пили-Пили здесь эти минки просто, на самом деле, напрягают жестко. Здесь есть гейт, не надо палить его фениксами, только этот гейт. В принципе, и не спалил Пили-Пили. Адепты выдвигаются вперед. Здесь что-то залетало.
было уничтожено оверчажем. Лимиты пили-пили больше. Фениксы делают плюс один есть. Делается блинк. Делается броня. Заказывает Робо Бэйон. А, так, три адепта на дальнюю, на третью будут заходить. Остальная куда пачка? Сюда, прям со второй базы прямо. На муви-то не надо адепт сливать. Пили-пили. Что ж ты делаешь? Марики подставляются сейчас жестко. Не надо врываться в минеральную линию вот так вот. Вот как надо контролить. Тут сегодня мейджор, да, как контролил против Харикина. Пили-пили, конечно, не Харикин. Но просто мародеры вперед, марики назад. Все, что нужно. Здесь адепты не врываются. Один только зашел. На мейн адепты громят. 18 КСМ, уже минуса. Это не прел. 19, 20. Всех рабочих забрал. Нет, один, по одному повезло. На вторую телепорт происходит. Минки можно фокуснуть. Здесь можно минеральную линию, кстати, зателепортиться. Ну, пили-пили просто разводит, заставляет рабочих покатать кофе. Здесь вот, если бы фокусил, было бы вообще замечательно. Но это нужно очень много контроля, чтобы там еще и фокусить. Здесь адепты не заходят, зато на третью зашли. И ой, как минеральная линия терпит. 8 еще минус КСМ-ок. Надо уйти только адептам, отдавать не надо. 56-26 по рабочим. Ой, этот адепт слил. Ну, тут долго пили-пили, думал, телепортнуться или нет. Несколько зашли на вторую базу. Вот так вот, вроде рабочих убивает, вроде унижает все. Но нужно сдержать атаку в лоб, но я вижу даже пили-пили, чем собирается ее сдерживать. Там по два колосса делаются в роботиксе, но только-только они заказаны, и ренжа нету вообще. Так, ребят. Да, рекламу там сегодня перепилили, этот модуль. То есть там что-то она на флеше была, сейчас сделали по-другому. А там флеш-браузеры что-то блочили. Короче, ее не было, а сейчас она типа будет, ребят. Поэтому, у кого возможность, отблоки отключайте, поддерживайте также. Вот. Ну и всем громадное спасибо и за внимание, и за любую поддержку. Вот. Кунг-фу-ка будем стримить, кунг-фу-ка из игры. Еще один интересный турнир из игры можно постримить, это хорошо. Вот. Время Либератор, 11 пробок, 11 пробок, куда такое пробок? Колоссы без дальности, пили-пили, решил драться, зачем ты, пили-пили, полез вперед, колосс падает номер один. Второй еле живой, так он без дальности, он ничем особо помочь не может. 45-25, все на муви сливается. Это очень печальная битва для пили-пили. Зачем? Вот же дальность она была. Третий вышел. Три колосса с дальностью, я уверен, бы нормально бы зарешали. Стазисную ловушку тиран молодец, не дает поставить. Конечно, не дает, она могла бы подрешать. Пока тут замороженные все были, варпы бы прошли бы. Ребята, это 2-1 в пользу кофе. Хотя казалось, что пили-пили просто унизил уже всю экономику. Что-то тут как-то ну, не получается с него отыграть. Да. Жаль, конечно, но тут ничего не поделаешь. Еще и минки живые. Бе-бе. Ну, поспешил драться. Вот мне я тоже боялся. Адептами экономику просто унизил, но потом насливал и адептов. И в итоге тиран в контратаке умудрился в лоб убить. Так, ждем следующую карту. Что-то не создают, хост пока карту решают.
Так, да не, пропустить рекламное, что она появляется, реклама. Если она появляется, то ты хоть пропускай, хоть смотри, неважно. То есть появилась, засчиталась там, как бы, какая-то копейка капнула, я не знаю, какая там сейчас, с какой капает. От скольки-то там, от раньше от 3 до 20 копеек показ колебался. Вот, сейчас хз. 2-1 кофе, ребят. Просто умудрился пили-пили, блин, слить. Ну в ничью надо выводить тогда вообще. Что тут и говорить. Так, ребят, 2-1 кофе ведет. ЦЦ-ха на мейне у него сейчас. Барак факту, а здесь вот что у нас. Прокси Старгейт пошел от Пили-Пилича. Кофе проверяет, здесь не нашел. Вниз пошел. Или все-таки пройдет дальше. Прошел дальше, вот чертяга, а. Сразу Старгейт нашел. Ну не пес ли? Нужен еще один пилон здесь обязательно. Контроль пробки, конечно, был сейчас божественный в кавычках. Отпили-пили. Вот. Отменил пилон дополнительный. А что в итоге? Будет Никтус, интересно, отпили-пили? Или он будет улынить тут, получается? Адепт устройств. Еще один пилон дома заказан. Ну, правильно. Тут два терять в перспективе. Все их выберут. Так, потеряешь два. Пробочку в итоге не берет почему-то, хотя... Так, вот это уже печаль вообще. Не, если кликать, разницы не будет. Главное, пока все. Есть статистика переходов, как бы, да, там, но... это для Good Game, наверное, будет полезнее, да, потому что будет видеть, что кто-то переходит. Мне не важно это. Так, адепт. Шел оракул летит, а что уже здесь он сделает? Ничего вообще. Так, плюс 3 гейта и грелки поперли. Здесь пробочка вперед пошла. Это пуш будет. Грелки плюс... грелки плюс... стандартная пропусковая гейтовая чушь вся эта. Циклончики достраиваются. Но я не знаю, вообще продавить можно, как мне кажется, попробовать. Бункер один, тем более с края будет находиться этот бункер. И оракул живой. Вот грелка летит. Давай, пили-пили, сливай ее на муве. То есть ты считаешь, что вот это кофе быстрый, вот это вот. Настолько быстрый кофе, что грелка прилетела, блядь, в центр базы его, да? Не, я думаю, что это все-таки не кофе быстрый вот сейчас, вот точно был. Пили-пили даже передумал пушить, он в Нексус выходит. На самом деле, да, он правильно, считаю, делает, потому что если бы он хотя бы грелку не задемеджил и ПКД их не строил, может быть, что-то и получилось бы, но...
таком раскладе, как бы, я думаю, что верное решение, если он сейчас, тиран, не будет видеть, что Пили-Пили в блинк перешел сейчас, то у него есть шансы на, ну, вот, на то, что блинк может пользу принести, да? Минка окопалась, сталкером где-то рядом, но... Вот она, вперед пошла, эта минка. Нахрен ревелейшн-то. Ну ладно, ревелейшн, в принципе, нормально, а зато, видно, циклоном будет. Просто мне показалось, выгоднее было бы сейчас врубить дэмэдж, убить минку и сразу же циклона, на циклона на одного всеми навалиться. И, может быть, тогда бы и циклона успел бы забрать бы. Пили-пили, но он решил, что надежнее. Ой, минус сталкер. А по остальным могло с флешем прилететь, сплетанул. Ну, с другой стороны, и так бы сталкер больше не погибло, но часть бы было без полей, вот сейчас нельзя бы было бы контролить, так бы. Там медивак полетел с одной единственной минкой вперед, но, кстати, здесь грелка будет его встречать. Правда, он летит по траектории, по которой грелка его вообще не примет. Минка залетает. Адепт вообще не участвует здесь вот. В 6 пробок залепляет. Минка вообще по всем параметрам не везет здесь. Вообще пили-пили не везет. То есть он пробку выделил, но минка фокуснула других уже, где больше рабочих. У меня тоже постоянно так получается. Да, после вот этих 6 потерянных рабочих все стало... И так-то печально было, стало вообще печальнее еще. Две пробочки минус, пили-пили чуть сейчас. Грелка возвращается. Грелка Либератора, конечно, живопиливает. Ну там Steam почти готов. Есть какая-то двухбазовая еще тема, которую будет крайне сложно отбить. Пили-пили, да, блинк. Я думаю, что вот из этой ситуации единственный выход, который пили-пили может сделать, так это вот мне показалось бы Даркшайн запилить сейчас, и когда тиран будет выходить. В размен, например, пойти попробовать сталкерами выпилиться цехи и дарками разрулить. Но пили-пили робобей стоит, это же точно не такая тема. Но это аркада с другой стороны, но если ты шаришь в такой аркаде, то при отставании есть шансы. Тем более, что тиран это не какой-нибудь корейский монстр, а кофе просто китаец неплохой относительно, но который может быть не готов абсолютно к такой теме. Здесь Марик на халяву бежит. Вот. Но вот дестабилизатор тоже может зайти. Здесь и очень неплохо. Против тирановского выхода. Если пару залпов удачных будет, можно хорошо бомбануть. Так, здесь пили-пили ловит медивак. И поймал, кстати, игра. Молодец, это хорошо было. Да, дестабилизаторы пошли, да и я думаю, единственный юнит, на которого надежда здесь есть какая-никакая из робо-бэп. Школос он вообще здесь ни о чем, как бы там и дальность надо, и дорогие, и не смогут они справиться там со всеми. А вот дестабилизаторы плюс сталкеры, как вариант, вообще неплохо заходят. Две лабы и три реактора, кстати, у кофе. Мариков очень много строят. Обычно два реактора и три лабы. То есть 4 марика, 3 мародера. Здесь получается 2 мародера, 6 мариков за раз строится. 102, 127. Если пили-пили сейчас выйдет в третий Нексус, у него и дестабилизаторы, и дарки сейчас будут. Дестабилизаторы вообще катаются здесь около тирана. Зачем они здесь катаются? Так, летает грелка, может бить.
Вот, дропнул Мариков, сбил грелку, и можно продолжать здесь. По мародерам попал, пили-пили, но это не тот выстрел, который переворачивает игры. Подрезал штуки 4-5 там мародеров. Неплохо, да, но здесь надо прям жирно было бы попадать, чтобы вообще зашло. А сколько здесь стабилизаторов? Еще 2 всего. Не, это маловато. Сейчас давайте еще гиты нафиг отключит, да? Кофе. Не отключит гиты кофе. Пришел он, зато третий Нексус, он не просто отключит, он его бреет нафиг. Дестабилизатор стреляет, никуда не попадает. Второй, конечно, попадает и неплохо даже попал. И даже лимит почти равный, но Нексус третий падает, это уже плохо. Это уже плохо, здесь медивак все-таки уничтожен. Ну, лимиты, кстати, близки, а ну, тиран третий цеха есть с другой стороны, да, получается. Так, заходит био плюс. Так, пили-пили вниз, блинкается. Сталкерами танки пробивается. Вроде дрался неплохо здесь относительно. Вроде выпилил мародеров всех. Отблинкнулся назад. Здесь адепты пытаются помочь. Адепты без глев помогают. Так себе, я бы сказал. Ну, пусти мародер. Вот, Мариков, конечно, пусть они не отступают сейчас. Еще шанс есть, у пили-пили минимальный. Ведь боевой такой же практически лимит. Здесь адепт. Ой, дарка нужно, блин. Нахрен Даркшайн, кстати, достроил. Да, есть же Даркшайн у пили-пили. А он дарков вообще не строит сейчас. И адептов, блин, без глеф адептов делает. Ну, пили-пилич, ну что ты творишь-то? Так, пришел, там что-то подрезал. Ну, кстати, здесь адепты, плюс там центре штучек штук. Пили-пили, это вам не тролливали. Это вам не телетили, да? Это тут прав, конечно. Но сегодня что-то пили-пили, это даже хуже, чем тролливали. Вот сюда бы в био сейчас. Да-да-да-да-да, вот-вот-вот, пили-пили, прав, абсолютно. Прижгло. А теперь... Ладно, не буду говорить, что я хотел сказать. Пусть он, братан. Товар под пили-пилича идут. Немножечко не хватает дестабилизаторов и юнитов ему, чтобы продавить. Ну как же близок он был к тому, чтобы это сделать, черт побери. Там сейчас либерат уже пойдет. Где дестабилизатор? Вот он приехал, но уже навряд ли тут кофе таких ошибок совершит, что дестабилизатор прям попадет жестко. Ну, попал неплохо, с другой стороны. Боевой еще пока есть, но тут сентри, ну какие сентри, они вообще нихера не сделают. Здесь бы архонов бы пару штучек вообще. ГГ пишет, пили-пили, 3-1 кофе. Ну что, не против Тубминга сейчас будем смотреть, ребят. Вот так вот. Немножечко тут таких кадров. 18+. От братана. Ну что же, не пца ждем. Нип куда-то пошел. Ушел, точнее.
Ну что же, ждем Ниба. Ждем Ниба. Надеюсь, его сейчас найдут. Хорошо ему, хорошо, да жарко летом в шубе, вот поэтому и так. Так, проверит Варди сервера другие. Так, ребят, что-то мне водичка попёрла. Сейчас я отойду на секунду и, ну, и Ниба ждем, в общем-то, что тут говорить мы. Надеюсь, что он придет и не будет у тех поражений никаких, и мы посмотрим эти игры просто.
Все, ребят, здесь я. Что за отважу, братана? И Настя тут налиняла червец. Это жесть вообще какая-то. Налиняла-то с тебе. Сколько? С окна. Ну, что-то невидимо, ни бабака, нифига. Тудминг, я не знаю, здесь или нет. ГУЗРМ какой-то заходит. ХЗ, кто это вообще? Так, ну что, ребят. Ребят, смотрю пока, что там будет и всякую лабуду. Вот, Африка Клан Лига у нас идет в данный момент. Я, признаться честно, не понимаю, сколько она пойдет. Ну, там, понятное дело, первый StarCraft у нас в этой Африке Клан Лиге. Вот. Ну и Кунг-Фу Кап сейчас идет.
Вечером будет Underdogs, но насчет Underdogs я даже не знаю вообще. Где раздел Results? Нажми сетку, кунг-фу кап, опусти вниз, там раунд робин будет, и там все результаты, счеты, там туры как бы написаны, кто как сыграл. Вот. Продолжение 30 мая и 2 июня у нас будет данного турнира, кстати говоря. Приходите смотреть. Так, короче, 15 минут ждем Ниба и, видимо, короче, дадут тех поражения. Короче, ребят, 2 минуты и походу Ниба не будет. Не знаю, как так они согласовывали все это дело, но... Короче, постоянно на китайские турики считаю это... Забывает тут обрести.
Так, ну если они его сейчас не будут, дадут ему поражение, сколько у нас времени. Я чуть-чуть, наверное, в пехе поиграю маленечко, короче. Вот. Так, одну минуту. Может, не время попутал какое-нибудь, не знаю. Ладно, делаю стоп-старт в любом случае, пока здесь на канале посижу. Но китайцы уже свалили, поэтому, видимо, ничего не будет.